Здравствуйте, с вами интернет. Канал Максимадзе. И? Чё хочу, то врачу ТВ. Да. Продолжаем снимать коп по Dead Space 3. С трудом, но снимаем. А почему с трудом? Ну, вот так вот со временем. Часто не складывается, бля. Да. Завтра у нас легендарный день, но лично у меня. Ну... Для вас можешь это не рассказывать, потому что этот ролик сегодня не выйдет. А, ну да. Ладно, короче, мы продолжаем собирать. У нас сегодня МКУ. Просто 18 ноября. Да, нам сейчас надо. О! Это мы прошли. Сохраним. Ой-ой-ой, осторожно. Там у нас еще одна частичка, по-моему, была. Да, последняя. Двигай, двигай. Как хорошо, что игра тут, сохранилась. У тебя тут, кстати, робота можно оставить. Слышно. Где нужно? А у меня нет. Ой, робота. А, ну у меня тоже. Это. Давай, включай. Ждите, написано. Ждем напарника, у меня пишет. А, все. Нифига. Вот это, блин, бросок. Твою ж налево, а! Ты чё так кричишь? Да я слишком близко к ней, походу, подошел, блин. Я не нарочно. Воу! О, а откуда они взялись? На меня напал! Откуда они взялись? Ой-ой-ой. Сдохни, тварь, сдохни. Я стреляю по ней, только что-то толку от этого нет. Да блин, ну что за дебил по мне стреляет, а? Ой, помоги, пожалуйста, я сейчас умру. Спасибо. Осторожно. В голову. Эй, умри. Зараза. Умри, я сказал. Большой безобразный паучище. Ай, блин. Опять эти... Опять эта толпа уродов Даника. О, робот. А где же их любимая шапка, интересно? Ой-ой-ой. Fuck you. Fuck you. Чем бы тебя не... А, это что и слово? Робот. Туда. Давай, иди сюда. Скорей! Так, ну у меня хотя бы... Ну открывайся, дебильный. Оружие у вас нормальное теперь, и аптечек полно. О, у меня много аптечек? Три. Я тебе одну же дам. Ох, ёшкин кот, это что за хрень? У тебя робот есть, у меня нет. Как печально. Так ты его забрал на станке? Нет, походу. Элли, how do we know this is even gonna work? Did you find out how they make a codex from all this? Yeah. It looks like they use magnetomic forensic neurology, which produces a data stream stored in the codex. It's like they lifted the codes of the machine right out of her brain. Well, that sounds familiar. At least I didn't poke her eye out. I'll be there soon. Ой, тут монстры, мне кажется, сейчас опять будут.
Так, давай беги. Я что-то слышал, по-моему, просто. Да, они тут кишат. О, тогда тем более бежим нафиг. Просто это, не обращай на них внимания. Тут какие-то хрени. Да он надоел. Опять сбой соединения. Надеюсь, сейчас у тебя не оборвется. Короче, у нас тут оборвалось опять интернет. Говно интернет вообще. И надеюсь, сейчас не оборвется опять. Если сейчас опять оборвется, то не знаю. Нам сейчас самое главное добежать до того конца коридора, и там будет сохранение. Я бы хотел бы грохнуть этого Даника, бля. Надеюсь, мы его грохнем. Тогда не. Мы спасаем мир, а он захватывает мир, походу, вообще. Обелисков в этих. Он хочет, чтобы некроморфы вместо людей были. Да, он единственный человек, чтобы только был. Так, теперь нам надо собрать вот эти все части воедино. Да. Так, ну это голова. Двигать, да, получается. Так, я думаю, вот это. Еще очередная головоломка, да? Так, я с той стороны буду смотреть. Так, это просто... А, вот. Так, такая овальная. Овальная. Так, вот ноги. Так, вот это не голова, случайно? Так, вот, это шея. Да, это шея. Вот это кусок ног, мне кажется. Теперь надо вот. Так, вот это вот между вот этими вроде стоит. Это, так. А это вот здесь вроде. Скорее всего. Так, теперь ноги. Ноги я вроде сделал, или, а может, и не сделал. Это у нас что? А что, не так разве должно быть? Так, так. Это вот так. Головоломка, конечно. Вот это вот так. А. А вот ты не помогаешь совсем. Кто? Ну, угадай, кто. А, просто вот это ты перепутал. Да? По идее, все. Ну, что-то нажать надо, включить. Нет, не все, видимо. Сейчас, подожди. Нажмем. Так. Это вот мне казалось, я правильно собрал. Может, это что? Так, ну вот это явно правильно. Что-то с ногами не то. Ну-ка, ну голова вроде на месте. Да, там все правильно. Странно. Вроде кресло всё на месте. А можешь вот так вот просто? Вот. Отлично. Врубай. Собрали пришельца. Все, отдайте нам кодекс, и мы отключим это все. Раздета. Очередной монстр, да? Ну это нормальные пришельцы, которые тут раньше жили. Но они не дружелюбные, я думаю. Они ж тут... Не дружелюбные, это вообще... Да, это некроморфы. Некроморфы ворвались на их планету, вот этих пришельцев. Ну что, готов? Врубай! Смотри, хоп! Ой-ой-ой! Ты это видишь? Да. Эти самые. Обелиск? Ты я видел, да? Рецепторы мозга. А вот сейчас ты видишь? Да. Вот, это сейчас тут история. Что произошло на самом деле. Обелиск утащил пришельцев, которые тут жили. Так. И образовалась луна, которая захватила эту планету
и превратили... Тут и пришельцы ее заморозили, поэтому снег образовался. А вот это... Вот эта штука нам нужна. Вот это и есть морозилка, типа. Она... Надо ее найти. И она образовала, чтобы некроморф... Снег, чтобы некроморфы не захватили эту планету. Я опять рецепторы мозга вижу. Это все Айзек сейчас видел. А вот, вот кодекс. Помнишь его в самой первой это, серии прохождения? Вот он. Да, было. Вот, это и есть ключ. Мы облажались. Это не родная планета обелисков. Пришельцы, они нашли обелиски совсем как мы. И понеслось. Он поглотил. Это же я говорю. А, ну да. В принципе, пофигу, они же все на английском говорят. Луна, это Луна является источником сигнала обелиска, а не машины. Луна и есть схождение всего. Эти пришельцы, они создали машину, чтобы, вот как я и сказал, чтобы заморозить все. Сейчас нельзя этот, слышишь, Максим, сейчас этот кодекс нельзя отдавать Данику. Мы сейчас должны его доставить и разморозить, чтобы его уничтожить. Отдавать Данику. Данику ничего не надо отдавать. Да, это точно. Ему можно пулю в висок отдать. Если отключить машину, все начнет таять и схождение возобновится. И не только, а повсюду, где обелиск. Все. Это да, надо уничтожить. Появилась Розетта, и ты сразу узнал все, бля. Вот это надо уничтожить. Твою мать. Ах ты, мадафака, блин. О, он сейчас слушал все, что Айзек говорил. Речь об этой инопланетной машине. Да? Ах, он тварь, а? Как он туда... Держись подальше от машины. Нет. Когда он у меня, я смогу ее отключить. Не надо. А жители этой планеты предпочли эволюции смерть. Я хочу убедиться, что люди не совершат ту же ошибку. Мы все станем единым целым. Ну уже, убейте их! Он забрал. Он шустрый. Ой, а как нам выбраться отсюда? Беги, 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 куш. Я думаю, куда бежать, тут везде это хренотень оранжевая. Блин, а куда бежать-то? Тут везде хренотень оранжевая. Да уже поздно, куда-либо бежать. Я тоже умер. Бежать некуда. Тут везде хренотень-то. Так, ты сразу беги направо и за мной. А, направо и за тобой. Ты вот тоже сюда. Ты первый сгорел же. Вот сюда. А, вот выход, давай. Быстрей! Дверь заперта. Но лучше, но и эту закрыть тоже надо. Не закрывается. Да какого хрена ты умер-то? Долго ты нажимал. Каким образом ты сдох? В смысле, я долго нажимал. Ну, она огонь. Только появилась, я сразу начал нажимать. Огонь. Пел первый. Неужто Элли умрет? Не умрет. Я точно это знаю. Неисправна она, не заперта, блин. Ну же, давай, Юан. Айзек.
Dad, it's still coming. We gotta go now. She's all I got. This was her mission. She knew better than anyone how important it was. Now we've got to finish this for her. Got it? Do you got it? Yeah. Then let's go. Isaac, now. Даник. Мадафака. Мадафака. Блин, он газ уже здесь, блин. Ой. А, блин. Че? А что я должен был сделать? Бежать. А, хотя бы сохранилось. О. Да успокойся ты, блин. Выживет она, я это знаю. Элли. Ты что, прохождение прочитал? Нет, я просто читал сюжет. А Даник умрет, нет? Да. Ведь это цель наша, убить Даника. Если мы не убьем Даника, мы как с... Как же все это сделаем-то? Мы же должны спасти. Santos. She said the machine was directly below this facility. We set our locators to that point, and it'll take us straight to Danik. Давай, вооружайся максимум, пошли все. Santos, да. Хороших и небесных облачков там. Создать оружие, модифицировать оружие. Вот что бы выбрать, я не знаю. Так, сейвы, что из сейвов есть? Лазерная винтовка. Плазменный резак, модуль поворотника. Гранатомет. Гранатомет возьму. Догнать Даника. Но мы тут шастаем уже хрен знает сколько и... Блин, какой костюм-то выбрать, я и не знаю даже. Так зачем? Не надо костюм. Костюм просто потом гардеробить. Да я улучшил здоровье. А, здоровье? Я что-то тупанул, ладно. Костюмы какие нам будут открываться, такие будем надевать. Открывайся, давай, дебильная дверь. А, так, стоп, у меня гранатомет. Опа-на! Это что было, бля? Да я его убил. А кто это был? Ух ты! Да что ж такое? А кто это был? Я не разглядел его. Ну труп. Это эти, его люди стреляют. А. Люди, а вы что работаете-то на него? Тоже хотите, чтобы человечество рухнуло? О, на меня чудо-юдо напало. Осторожно, меня не поджарь. Умрите, твари, умрите. О. Аптечка есть. Быстрей. Ты так со стрессом борешься, что ли? Так. Сейчас не время для танцев. Где мы? Еще один гардероб. О! Тебе вот эта штука ничего не напоминает? Корабль? Как в космосе, помнишь, мы летали? Да. А, ты опять сядешь за руль? Я хотел... Ну ладно. Черт с ним. Ладно, давай, нам все равно. Че? Нам все равно сейчас.
Нам не сюда, потом поедем. Не сюда? Поехали. Ой, печально, я уж расслабиться хотел на заднем сидении. Интересно, а как мы на ней поедем? Полетим, что ли? Вот куда Даник-то удрал, интересно. Только лифтов, ходов тут. Да блин, такое чувство, что мы в одни и те же места постоянно бежим. Это точно. Мы, по-моему, тут были. И не один раз. Ой-ой-ой, быстрей! Ой-ой-ой-ой. Фак! Инвентарь переполнен. Ой. Вообще офигенно. Что это было? Тебе аптечек дать? У меня хватает. А у меня инвентарь просто перебитый. Я ничего взять не могу. Давай быстрее. Блин, нельзя взять. Ты же можешь выкинуть. Выкинуть? Так, сейчас. Вот это место! Бросить. Из первой серии. Возьми аптечку, дебил, блин. А, нельзя взять все равно. Вот это место из первой серии, помнишь, где они застрелились? Припоминаю. Нельзя взять, приполнен. Ух ты. Инвентарь. Надо аптечки часто мне будет. Блин, смотри меня, не поджарь тут. Блин, вот я пытаюсь тебя спасти, но на меня тут тоже наседают. Блин, что-то они плохо вообще умирают. Да блин! Да умри ты наконец уже, а! Блин, сверху атакуют. Оу! Да блин, они... Надо в голову им стрелять. Что их... Что-то сейчас много. А мы еще и на легкой сложности играем. Давай, иди сюда. Ой! Блин. Уклоняйся! Вау! Да блин, тут еще и монстры наседают. Что-то много их вообще, я в тупике. Меня не поджарить, осторожно. Да что их так много-то? Да блин, я вообще в тупике загнал и не могу никак отсюда выбраться. И стрелять не могу, потому что они слишком близко. Да блин, ну... Откуда они берутся? Блин. Откуда они берутся, скажите мне? Ай, блин, ну... Ай-яй-яй! Я чувствую, мы умрем. Сейчас я не могу выстрелить даже в него. Он близко ко мне. Да блин, да ну... Где ты, тварь? Умри наконец-то уже. Ой, я все аптечки истратил. А я нет. Вроде а ты там аптечки выкидывал? Подожди, я за аптечками твоими схожу. Блин, а выйти нельзя из этой мини-игры, ну зашибись. А, там уже как так... выйти отсюда? Нельзя никак отсюда выйти. Слушай, что-то жестко, их очень много. Блин, я из этой мини-игры нельзя выйти, ну ладно. У тебя здоровье на нуле почти. А, опять эта дурацкая мини-игра? Блин, долго ты. Ну ладно, попробуем. Слушай, еще раз. А если Даник сейчас возьмет и разморозит планету, то их не то, что будет очень много, их будет невообразимо много. А, я забыл нажать активировать. Нельзя дать Данику разморозить планету. Good.
Да куда ты двигаешься, ну? Good. 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 Good, мазафака. Поделиться с тобой аптечками. Ну давай. А у меня они тоже почти закончились. Ну ладно, я подобрал. Могу дать только одну, у меня их две. Да ладно, не надо, я подобрал. У меня их шесть. Шесть? Вот ты используй. О, аптечка. Мне нужен. А, вот он, мадафака, вот этот. Ого, тут смотри, сколько припасов. Здесь? А ты где вообще? А, вот. Мне кажется, мы уже ближимся к финалу. Так, это нам наверх? Ну, включайся, включайся, я тебе сказал. Напарник ожидает устать. Ну, в смысле, я же нажимаю. Во. А ужа. Как нам сейчас наверх попасть? Хороший вопрос. Ой. Нам вниз надо спускаться сначала. Сзади, осторожно. О. Ой, монстры. Ты их что, пролетаешь? Да я никаких монстров вообще. А, вот есть монстры. Так ты их всех пролетел. А я да, я пролетел, что не заметил даже их. Умри, умри. Мада. Фака, я сейчас умру, помоги мне. Да блин, долго оружие перезаряжаешь, дебил. Фака, чуть не убила меня. О, аптечка, 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 аптечка нужна. Мне кажется, или мы близимся к финалу. Есть такая, конечно, вероятность. Блин, вот я... Какая там глава была? Нортон был прав. 13-я только? А всего лишь 19. Нет, нам еще далеко. Защищайте Даника, они говорят там. А вы-то зачем защищаете его? Неужто тоже против человечества? Даник, может, им не рассказывает всю правду? Да я думаю, они знают, что Даник-то хочет. Ну или может они... А хотя не, вряд ли. У него куча людей, они бы сами бы ее могли бы замочить бы его. Воу. Если бы они бы могли бы быть нелояльны к нему. Да блин, вот я не могу. А, нет, могу. Тут бомбы стоят. Красные. Да вы можете... Ай, осторожно. Почему они стреляют только в меня? Да не знаю. Меня тоже стреляют, только урон чуть-чуть почему-то не наносит. Я не могу дальше прыгнуть, а нет, могу. По мне тоже стреляют, только почему-то урон не наносит. Е-е-е-е-е-е-е, жми, блин. Еще одна мини-игра, ну ё-моё. Куда? Ты заметил, мы очень глубоко спускаемся. Да. Начинаем эту дурацкую мини-игру.
Good. 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 Эй! Эй! Ты мне путь заблокировал. А я не могу никак отсюда вы... А я не могу снять, да... Снять пометку. Да блин! Я забыл, какой я управляю. Теперь ты заблокировал. А, нет, не заблокировал. Ну я ж специально. Good. Good. Good, bitch. Вот бы каждый сейф так взламывался. Да бы их уже выгробанули бы все давно. Новый костюм. Экипировщиком пользоваться будешь? Ну окей, окей. И у тебя сейчас тоже новый костюм будет. Да? Так, теперь я одену. А как какой? Он называется? А, элитный костюм. Вот ты его и надевай. Элитный костюм. Ладно. Короче, на этом, пожалуй, стоит завершить серию. Да, сейчас ты оденешься. Оденемся и завершим серию. Короче. Офигеть, какой элитный костюм. В следующей серии мы уже продолжим. Наверное, так гнаться за этим сраным мадафака Даником. С вас. Лайкос и подписос. Ну а с нас... Ой. Ну а с нас эпичный видос. Подписывайтесь на канал. Чё хочу, то ворочу и Максимадзе. И на мой запасной, на мой второй канал. Всем пока-пока.